Смотрите, что у нас происходит по британскому паунду. Если вы видите, британец попытался откорректироваться, но дальше, видите, не откатывается назад, как евро. То есть он стоит более сильнее, чем евро, пока откатываться не получается. Если он сможет пробить 1.3615 и закрепиться, а скорее всего он сможет закрепиться, то дальше мы увидим, как мы и чертили по нашему рисунку, 1.38 и выше. И давайте посмотрим все-таки на месячном графике, что будет с британским паундом. Видите, вот ближайший уровень сопротивления — это 1.3842, да? Если действительно сможет пробить этот уровень, то мы дальше будем улетать. Но видно, что пока что, согласно всем сценариям, идет вверх. Да, если вы помните, я говорил, что покупать британский паунд в районе 1.2450, потом в районе 1.31. Британский паунд, как вы помните, я сказал, что будет разрываться вверх. И, как вы видите, тоже после резких движений британский паунд разрывается вверх. То есть это может быть связано с ослаблением доллара, может быть связано просто с силой европейских валют, таких как британский паунд и евро. Как вы видите, что нам немножко не хватает, но смотрите, что происходит сейчас. Если вы помните, на прошлом занятии я сказал, что если британский паунд зайдет за 1.3842, вот этот уровень, он улетит дальше вверх. То есть, по сути дела, у британского паунда очень сильный сигнал. И, в принципе, хода у нас, мы спокойно можем идти вот сюда, вот там в район 1.44-1.45. Британский паунд выглядит безумно, безумно сильно. И все шансы для дальнейшего роста. То есть, вообще сейчас пока о шорте даже и речи быть не может. Если вы посмотрите месячный график, вы увидите, насколько силен сейчас британский паунд.